Ай-яй-яй, ничего. Туда, сюда, педали, поджайте, утки, поджимайте. Чего, короче, выбежал дядька и, ну, лишь сдержался, но уже кулак поднимал. Он там двоих удалил 2003-го. Романа, ближе. Молодец, бля, иди, Максим, иди. Касание, дай, касание дальше, молодец. Иди дальше, Ваня идет. Ах ты, Ваня, сильно, Ваня. Вань, чуть в середину ему, Вань, в середину, не в край. Сайдо, играй на опережение с ним. И давай им принимать. Смелее давай. Здесь, Ваня, здесь, смотрим внимательно. Первый на мяче. А игрок, этот человек с чей? Виталий, чуть наш? Назад. Нет, точно не наш, да. Первый. Глеб, давай, Глеб. А Ваня откатил. Сайдо, быстрее, видишь? Быстрее. Даня, чего вы втроем вот так вот стоите друг к другу? А, Даня? Ну играйте шире друг от друга. Другая. Быстрее, отскочите, кто? Отскочи, Даня, отскочите, Даня. Да отскочи уже, дай винограду, Максим! Вот и все. Другая. О, Преф, алло! Накладка. Ну, я ему ухватил. Быстрее, Дани, быстрее! Максим, Виноградов, отскочите, ребят. Аркаша! Край, Аркаша. Ближе, Сайдо, играй! Не дай развернуться, молодец! Вставай, впереди нас! Сайдо, стой, куда ты бежал? Сайдо! Сюда, Дани, чуть сюда, давайте! Так, смотрите, вас там пятый! Так, прот! Первый, играй! Мяч выходить на. Глеб, Едыкин, зону! Глеб, корпус, дальше, Глеб! Ближе, Витилюк! Ближе! Да, не ближе сразу, да! Вот и все! Быстрее, оп! Хорошо, другая! Обыгрывай! Женя, не спеши, разворачивай атаку, Жень. Первый. Здорово у тебя. Глеб, ближе. Оп. Да, Ваня, убегай, обыгрывай его. Хорошо. Глеб, цепляйся там, Глеб. Морду ставь. Откати, оп, смотри. Бей, Глеб! Увидел? Да. Молодец, Глеб, вот и все. Дань, в середине на лате, Дань. Опять бардак. Выше, поджимаем, ближе сюда, Дани, поджимайте чуть, вот и все, шире сразу отскочили, да, шире, Аркаша, шире, Виноград, ну не мази, Максим, не вози ее, быстрее, спокойно, через зад, спокойно. Дай судья, мяч-то не ушел, Максим, уже атака была туда, в край, Макс. Опять ты на себя, под себя. Аркаша, мяч у него, разворачивайся, шире уже. Ширину держи.
Да, Виталий, здорово. Еще, набирай, Глеб. Глеб, блядь, набирай в зону, Глеб. Под него. Один, помощь нужна. Бля, чего вы все стоите, Двани? Другая, быстрее. Раз, два, раз, два. Шире, Типикин. Другая. Жень, ну что вы думаете, Жень? Жень, ты уже развернулся, ну отдай ты ему шире, Жень. Хорош, Айдо. Играйся. Здорово, Глеб, ставь корпус. Блядь, иди смелее на него, Глеб. Здорово, Виталий, вот и все, так и действуйте. Смотри, Максим. Аркаша, отскочи. Все правильно отдавал, Дани, не стой там. Другая, быстрей. И... Здорово, молодцы! Здорово, Даня! Вот и все, через стеночку. Вы, как я и говорил, пожалуйста. Что вы думаете? А? Что вы думаете? Молодцы, Глеб, да, здорово. Даня, вот и все. Раз, два, Даня. Аркаша, молодец. Они отнесли мячи, да, Сергеич? Молодцы. Готовь. Давай, сразу сюда, сразу поджимаем. Женя, игроков разбирай, Женя. Ближних игроков разбираем. Спокойно у тебя. Под него, Шайдо, под него. Спокойно, Виталий, двигай уже, двигай. Под него кто? Виноград. Что вы, блядь, мутите опять это? Виталь, надежнее, Виталь. Аркаша. Шире, шире, быстрей! Ай, хорошо, ничего, догонит. Делай! Брос! Раз, два, Шайдо! Ничего, ничего. Молодец. Лицом, лицом повернулись. Женя, в том моменте на мяч иди и удар. Левой ногой сразу. Шайдо, доставай. Вставай, вставай. Шайдо, уже ты чувствуешь мяч, что он тебе. Шайдо, ниже опустись, быстрее. Оставь, Романов, оставь, не надо к нему бежать. Шайдо, ниже опустись. Играй. Один, Виталий. Проще сейчас. Ты все, Элбер, не пригласи. Середина, треугольник, быстрей! Илья, хватит привозить, Илья! Хорош, Максим. Дэн, ты защитника можешь сыграть? Я не защитник, там так плохо. Плохо? Плохо типа. Здорово. Быстрей! Быстрей! Быстрей!
Ай, туда, здорово! Здорово, ничего, молодцы, Серега, здорово, мысль была! Приятно, когда вы, блядь, владеете мячом. Играйте. Хороший футбол, да? Вкусный. А? Садись, Рамис. Максим, я забился. Я видел, как ты в перекладину попал. Костик, а? Ну, два сейчас грузил. Два? Ну, перекладину я видел в концовочке. Оценил ее. Еле тянулся. Юр даже забил. Юра забил тоже, да? Видели, как мне Юру дал? Я видел, Костик, видел. Я все видел. Ай-яй-яй. Ничего, Даня, ничего. Это Рамиль-то успел вещи-то передать? Да, а я вдруг. Нет, а я в другой поехал. На другое время? Вокзал, на Рижский вокзал поехал. Ближе даже, чем туда. Ага. И сколько водителю даешь? 1000 рублей дал ему. Чтобы ценку довез. Это лучше, чем 8000 через вот этот. Через самолетами, вертолетами. Здорово, Глеб! Ничего, Глеб! Шайдо, молодец! Назад опускайся! А поезд туда или ты ничего не едет? Нет, а я автобусом 2 дня. Один! Подскажите, что он один! Молодцы! Хорошо, уже слышу. Здорово, Женя! Эй, замыкать! Ёпта, бля, кто вот на 11 метров открывается, скажите мне. Нападающий идет на ближнюю. Кто там должен? На 11 метровый, быстрее, Метелюк. И! Ай-яй-яй. А ты что, бутсы переправил? А? Бутсы переправил. Да, отправляю бутсы, ноутбук и... Да ладно, а ноутбук зачем? Ноутбук? Он говорит, мне скучно. Айпад же не есть. Айпад есть, но ноутбук нужен, говорит. Тихо играть. Мы 3 пары ему отправили. Найк? Ну, а Найк я не дал. Ну что, я зашел в дисконт этот на Ленинском. Слышь, там вообще очень дешево. Там бутсы покупаешь, они 5 тысяч. Подделка? И плюс, нет, оригинал, ты что, они родные, они в магазине стоят. 8. Я железки взял, и взял обычные. А как ты ногу? Черезад! Здорово! Как ты размер его знаешь? А я знаю его размер, у нас почти одинаковый. Он постоянно в одних и тех же играет. Впритык? Ну да. Черезад, сохрани, ёпта, хорошо. Хорошо. Аркаша, расстанься уже с мячом! С отбором у нас проблемы, ёпта. Женя, быстрее за линию мяча, быстрее, разворачиваемся! Сели, сели! Виталик, куда вы так глубоко сели, Виталик? Кто здесь, Даня? У них сегодня не основной состав. Шире, Белов, дай! Быстрее, Максим, отдай уже ее! Здорово, Ваня, иди, режь угол! Режь! Иди. Ух ты, какой самотек. Под него! Виноград, под него! Ваня, ну отдай мяч, Ваня, бля! Блядь, на 4 головы выше тебя, ёп. Он только, видишь, вот только с корпуса поставил. Метелёк! Один, Шайдо, двигай! Виноградов, оп! Шайдо, ну подсовывай, если отдаешь, отдавай под дальнюю ногу от соперника, Шайдо. Не в ту ногу, где стоит соперник, а в другую. Или вон, Виноград у тебя стоит один, посмотри. Не надо все на Белов смотреть, посмотри, что вокруг происходит у тебя. Что, еще двигай. Сюда, Романов, чуть-чуть сюда. Витали. Да, Даня, страхуй вот так вот, Даня. Первый. Здорово. Ставь, быстрей. Сохрани, выйти отсюда нужно. Быстрее, Виталий. Виталий, ну не подсовывайте, Виталики. Простые элементарные передачи не можем отдать. Тут квадрат играем, начинаем играть как футбол. Начинаем играть правильно, а тут я мне что-то боюсь, постоянно его отдают. Да, это нервоз. Это мандраж так. Оп! Ну, Рамиль, как себя чувствует вообще? Нормально. Не ломался? Не дать ударить! Здорово, Женя! Давай. 98-го года. С
кем встреча? Какой год играть встречи? 98-й. 2000-й последний играет? Да. Влас просто, я на Римана хотел заявить уже, а у Власа карточка его. Красавец, отставил ее. Пришлось Аркашу он обратно возвращать. Стрель, Даня! Да, шире Ваня, набирай зону Ваня. О, виноград идет, дай ему! Умница! Ах, ты чуть точнее, Шайдо, чуть точнее, молодец. Норман. Максим, молодец, здорово открылся. Норман не будет играть? Он будет играть или за 2000, или за как его, блядь, это принесут карточку футболиста. Быстрей! Глеб, отдай уже! Опасная игра там, ё. Глеб, иди, иди, Глеба! Каша, ёб, давай, хватит болтузить уже. Женя, сбрось, Женя! Виталий, ты чё так далеко находишься, Виталик? Руки. Виталий, ну поближе к Роману, зачем так широко и далеко от него? Километр, ёб. Вот на таком расстоянии стой. Шайдо, спина, смотри у тебя. Всякий пожар. На 70 метров закинул, зашел. Куда работаешь? Раз-два. Сочетается. Уже, Романов, уже! Страхуй Виталия, Романов! Здорово! Оп! Молодец, Илья, молодцы! Иди, иди! Дай ему! Иди, Глеб! Иди! Иди! Молодец, Глеб! Ничего! Третий забьет, а мне биты скупят. 6С? 6С. 6С? 6К? 8Б? Как у вас этот турнир таблица? Здорово, на втором. Ваня, ближний! Быстрее, Аркаша! Ой-ой-ой-ой-ой! Здорово, Ваня, молодцы, Аркаша, молодец! Пятку забил? Да, он как бы это, так, пяточку. Жены, блядь, вышли, как и жены. Уходи за ним. Пятый. Так, типа лево, туда его. Так умеешь, Ваня? Я только это умею. Только это? А? Ты дежурить можешь, да, еще? Так. Виноград скоро поменяю, потому что у меня там колени. А что они? У меня колени. Поджимайте, Даня, поджимайте, выходим, Илья. Поджимайте, давайте, до линии, Илья. Чего вы так глубоко сидите? И как вылечите? А? Как он лечит? Операция? Да нет, какая операция? Они же просто там мушлятор болят. Видишь, он намотался колени. Смотрели футбол Лиг Чемпионов? Все мотают там вот эти. Ты... Кинези, ёб, за 700 рублей. Ай-яй-яй, Ваня, очень мелко, Ваня. Раньше с переломами совсем играли, ничего не мотали. Раньше ничего не было. Даня! Шайдон, учись аут бросать уже. Максим, расставайся уже, да. Шире, Аркаша! Ах ты, блядь, умница. Здорово! Не игры вроде было, я так чуть подумал. Зачем? Молодцы! Левый фланг хорошо работает. Ярса Венгер. Левый фланг хороший. Левый фланг неплохой. Никто не просто сидит, блядь, вообще плохо. Ну, не могу просто сидеть молчать, не знаю почему. Я все пытаюсь молчать, я тоже как-то молчу. Взгляд молчать не получается. Вот пошла игра, так вот его надо учить. А? Вкусно.
Так, ребят, давайте сразу сейчас. Сколько еще? 10 минут? Вы хотя бы кубки видите? О, мою ты! Я ее подниму. Тебя занесешь потом. Оп! Че, можешь? Дай, судья! Выбей мяч! Блядь, судья, нахуй. Чисто, ёб. Товарищ судья, игрок лежит, ёб. Виталий, молодец, Виталик. Да, виноград я поменяю, наверное, скорее всего. Максим, как ты, Максим? Судья какой-то вообще не от мира сего. Не судья какой-то. Судья знакомый, как будто ты его видел. ЛФЛ. Да не, он малышей судит обычно. А ты в ЛФЛ играешь? Ну да, заявлен. Татар. Ваня, Ваня, ближняя! Под него! За татар? Нет, татар же не играю. А что с татаром? Я устал на юг ездить. С севера на юг. Юго-запад? Каждый день. Юго-запад? 100 километров туда-обратно мне уходит из Памкады ехать. На юго-запад или куда? Да, не одевайте хотя бы кофту с собой. Кофту одевайте. Я забыл взять с собой. Подбор, подбор, виноград. Здорово, Максим, Шайдо, шире, шире. Ай, Женя, Женя, ничего, мысль была, не спеши так. Дань, ну что, могли бы он туда хотя бы на поле выйти, с мячом подвигаться. Там мяч какой-то он лежит, чтобы просто так не стоять, не мёрзнуть. А можно? Конечно, можно, еще у вас есть время. Вот почему, мы по 30 сразу, по 35 же играем. По 35, Костя. Ты что, играешь уже 5 лет, я не знаю, за сколько вы потом играете. Я чуть за 2-4 играла. Ну что, а у вас что, разница у нас есть, что ли? 5 минут разница, да? А, что-то я никогда это... По 35... Ай-яй-яй-яй. 10 минут, значит, у нас есть еще. Не профессионализм? Не, я знаю, что мы по 35 играем. Я про вас не знаю. Эл! Поджимай чуть туда. Выходи, не стой, как столб. Я не знаю, или вы не знаете, что говорить, вот я это не понимаю, мне это интересно. Боятся. Может, они просто не знают, как подсказывать. Один сзади тяжело сказать, или все слепые. Что у нас тут за бардак, блядь? Что у нас? Ух ты, ёлка. Ближнему, Максим! Да! Контроль! Контроль! Куда ты, блядь, мети... Серега, блядь, куда это все? Серега, ёб! Куда, блядь? Дай ближнему, ёб! Вниз мяч опустите, Ваня! Вниз мяч, Даня! Серега, чтобы, блядь, вниз мяч опустить, нужно двигаться, ёб! Ближе! Утя, Утя, ближе! Через зад! Здорово! Проще! Вот и все, Каша молодец. Да. Брос. И в касание дай. Здорово! Ваня! Доставай, Глеб, достань. Под него! Обыгрывать будет. Иди под себя. Спокойно, отскочи, отскочи, движение, контроль! Под него! Илья, ну сыграйте с ближним, Илья, что вы думаете? Максим, Женя, открывайтесь, Максим, Женя, открывайтесь под него.
Он и поэтому отдает этой длинной, потому что вы стоите, закрытой. Хотите, блядь, играть в Барселону, как Арсенал, блядь, да, Серег? А что так Арсенал Олимпиакос проиграл? Не знаю, это надо в кухне владеть арсенальской. Надо у Венгера спрашивать, что у них там творится. Куст от тех, кто из европейских команд нравится. Чего? А, Кусту? Да. Вопрос тебе задать. Думаешь, лор, ёб, не знаешь, за кого болеть? Здорово, Виталий, молодец. Виталь, бросай, бросай, быстрее уже. Смотри, Глеб, Глеб, умница. Только за Барселону. Цепляйся, Глеб, вниз мяч, корпус ставь. А кто грудью, из игроков там нравится? Мяч. Вот и все, кто под него, сохрани. Там нравится? Сохрани мяч, быстрее. Оп! Вообще Рональдиньо. Играем, ладно, Ваня, хватит уже голосовать. Все, забудьте. А из русских команд ты один раз. Анжи. Зенит, это же... Да ладно, да? Там станет чемпионы? Сейчас в Манчестер Сити будет чемпион, я буду за Манчестер Сити болеть. На следующий год станет чемпионом Саутгемптона, я буду сам. Потому что у нас друзья из Питера. Помню... Сейчас Кусто знает, что чемпион. Лучшая команда на земле. Сброс, под него! Да, ставь, Шайдо! Здорово, Глеб, влезай, влезай! Ближе, ближе, Глеб! Виноград, ближе туда, Максим! Вот мой сосед играет. Видишь, у них зеленых левый защитник. Мой сосед. Я с его братом играл в детстве, начинал играть. 15 номер он. Зеленых. Как фамилия? Кочин. Школу мяча не усилит. Слабый. Нет, там Метелюк, ты чё? Максим, корпус ставь. Сохрани мяч, под него кто? Где предложение, Даня? Максим, блядь, ёптвою. Куз, за сколько штаны с кофты покупал? Шайдо, работай, Шайдо! Все вместе? Найк. Садовод? Максим, ну расставайтесь уже, Максим. А где, в Турцию покупал? Где? Интернет на голове. Метелёк, не увлекайся, вперед убегать, Серега. Вот ты убежал и получили в твою зону. О, Влад приехал, молодец. А что ему тут 4 часа делать? Даже 4,5. А, он что-то там, да. Вместо Аксёна можешь? Аксён что-то там Аксён, на что, курсы. На Б пошел что ли? Да. Вот он красавец, а. Вот он знаток, конечно. А у тебя уже есть? У меня А. А Прока? Про? Запалил. Да я шучу, ты что, у меня С? Какой там А? А это уже... Подожди, а как Аксён на Б? И что, Б, С. После С идет Б. Можно спокойно идти. А ты что, на Б не пошел? Зачем? Мне бы С разобраться сейчас. Ваня, вперед, передачу, Ваня, в зону ему, передачу, Вань. А что там, расскажи вообще, как это проходит, учеба? Да ничего, учат рассказывать. Много информации за короткий промежуток времени. Очень много. А экзамен на что? Экзамены на простые вопросы. Ну не то, что простые вопросы. Ну, у тебя что было? Конспект делаешь. Какой-то билет тащишь? Да, и билет тащишь, да, и конспект даешь. А у тебя что было за это? Да я не помню. Это первая это схема. Ну, просто какие-то футбольные схемы есть первые. Про такой билет вопрос. А первый вопрос я не помню, что. Что там было так. Ну, еще что? Ну, конспект как дал свой, который написал, и все. А, конспект на конспект какой тему? Пишешь на план тренировки. Конспект. Вот, у меня малыши просто были. Там создал план тренировки, и я все обновил.
проверил, тетрадки проверяют, кто что написал там и так далее. А ты вместе с Гришей в одной группе был? Нет, я учился, я еще сдал в 14 году. А Марьяныч какая категория? Марьяныч, а, наверное, не знаю, честно. По-моему, С. Ой, Марьяныч, С, ты А, или Б, 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 да. У него или Б, или А. Б, скорее всего. Или Б, или А у него. Просто смысл сдавать на А, если ты не пойдешь на тренинг первый день. Да, вдруг появится ряд. Ну, если пойдет вариант, ты можешь пойти учиться и сдать, правильно? Ну, тоже верно. На ПРО это, конечно, вообще вопрос. Там просто 400 тысяч, что ли? Год учишься. Все, время. Ну, пятый надо забить, ребят, перерыв. Понятно, время.